Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с одним проектом, который называется Traffic Monsoon. Регистрироваться, пройдя по реферальной ссылке, кликайте в правом верхнем углу на кнопочку «Register». Регистрация здесь простая, как везде и как всегда. Здесь вписываете свое имя, фамилию, телефон. Телефон обязательно вписываете с плюсом. Ставите плюс, например, как вот так, да? Вот. Сюда вы пишете e-mail, повторяете еще раз e-mail. Здесь вы вписываете ваш логин. И обязательно здесь заполняете код. Этот код, он вам пригодится при выводе денег. Вот этот код вы вписываете, потом вы его повторяете. Обязательно продублируйте себе где-нибудь на бумаге. Дальше что? Дальше мы пишем пароль, повторяем еще раз пароль и вписываем Payzu, Solid Trust Pay и PayPal. Или можете вписать одну из платежек и потом просто ее добавить уже непосредственно в самом кабинете. Если вы не впишете платежку, то регистрация у вас не получится. Потом здесь ставите галочку, что вы согласны с условиями проекта. И кликаете синюю кнопку для того, чтобы зарегистрироваться. Аккаунт уже есть, я просто в него сейчас войду. Два аккаунта с одного IP-адреса невозможно делать, потому что здесь уже как бы все предусмотрено. Кнопочка «Вход». Вот, сейчас, значит, чтобы зайти в свой аккаунт, здесь есть отчет. И кликаем кнопочку «Войти в бэк-офис» именно на страницу «Дашборд». Что мы здесь видим? Сначала, значит, нас просят, чтобы мы заполнили наши персональные данные. Вот здесь написано «Хи Лариса Бележа». То есть «Здравствуйте, Лариса Бележа, приветствие». Кликаем на синенький надпись «Add Profit» и заполняем имя, фамилию, email и вставляем фотографию. Вот она у меня уже вставлена, я ее сейчас уберу, чтобы показать вам. И вот здесь будет так вот, выберите файл, кликаем «Файл», «JPEG». И поэтому надо выбрать фотографию именно в этом формате. Вот эта фотография у меня именно в этом формате. Вот она пишется. Здесь, значит, добавляем адрес, улица, город, регион, страна, почтовый код, ваш телефон. Видите, написано «плюс». Как при регистрации я ставила знак «плюс», но он пишет вот так вот слово «плюс». Здесь вы вписываете ваш пин-код и кликаете кнопочку «Update». Я сейчас поставлю на паузу, включу, значит, напишу пин-код и дальше продолжу запись. Вот, пожалуйста, фотография начала грузиться. Вот она загрузилась, все как бы хорошо. И вторая, значит, страница «Security». Здесь вы можете поменять ваш первый пароль для входа. И есть еще второй пароль. Когда на вашем аккаунте будет много денег, вы можете поставить себе второй пароль. Обязательно его тоже запишите. Вот. И вот здесь вы можете поменять ваш пин-код, если он вам не понравился. Как мы здесь можем зарабатывать? Вот я захожу в мой аккаунт в верхнем меню и вижу. Значит, ну вот это понятно. Здесь дается просмотр рекламки и платится за это 2 цента, 2 цента, 2 цента. Есть рекламки по 1 центу. Кликаю, чтобы просмотреть. Сейчас на балансе 58 центов. Идет отчет от 60 секунд. Вот отчет закончился и нам открылась капча. Мы ее заполняем, это из цифр, нетрудная капча. Вот. И нам предлагают опять кнопочка «Возвратиться в бэк-офис». Возвращаемся в бэк-офис. И опять нажимаем, значит, и просматриваем. Что еще здесь есть? Для того, чтобы получить вот эти задания платные, вы должны просмотреть 10 бесплатных сайта. Кликаем вот на эту кнопочку. Я вчера просмотрела, и до следующего просмотра у меня еще остается 9 часов, 8 минут и сколько-то там секунд. Идет обратный отсчет. Но я могу включить ее.
Покажу, как это делается. Идет отчет от 30 секунд. Здесь те, кто рекламирует свои проекты, мы это видим. Если вам интересно, вы можете кликнуть вот на эту синюю надпись, и вас перебросит, откроется другое окно и перебросит на этот проект, с которым вы можете поближе познакомиться. Вот прошел отчет. Опять, значит, заполняем капчу. Вот. И у вас есть выбор. Или просмотреть следующий сайт, или вернуться в бэк-офис. Так как сайт я уже просмотрела, ну давайте я еще вот кликну один раз. И здесь вот на этом месте, вот уже написано, что один сайт я просмотрела. Когда вы просматриваете 10 сайтов, это вам дает возможность завтра заработать уже настоящие деньги. Я вернусь в бэк-офис. Просмотреть обязательно 10 сайтов, чтобы минимум 10 сайтов, чтобы получить на завтра платные просмотры. Но вы можете просматривать без ограничений эти сайты и зарабатывать себе кредиты. Вот у меня сейчас есть 33 кредита. Когда вы просматриваете обязательно 10 сайтов, за каждый просмотренный сайт сюда добавляется один кредит. А когда вы просматриваете еще плюсом, за каждые два просмотренных сайта добавляется один кредит, который мы можем что сделать? Кликаем здесь и смотрим. Вот, пожалуйста, вы здесь можете, значит, добавлять ваши проекты, которые вы хотите рекламировать, да, и распределять здесь вот эти ваши кредиты. Вот, допустим, у меня было 20 кредитов, я их распределила на просмотр сайта. Вот еще 20 кредитов я поставила другой сайт. Здесь вот я вчера поставила 2 кредита, еще находится в обработке, в ожидании, в пейдинге. Как только его, значит, рассмотрят, что он не является запретным сайтом, так его добавят, и кредиты мои пойдут, значит, в работу. Добавляется это как? Ну, чтобы не заходить, давайте я вот так возьму отсюда. Вот здесь добавляем новый сайт. Вот вверху кнопочка «Новый сайт». Добавляем сюда ссылку. Прежде убираете HTTP, которая есть, или не полностью копируете ту ссылочку, которую вы берете. Update. Вот он загружается, ваш сайт, который вы хотите. Кликаем, чтобы посмотреть мой сайт. Вот он загрузился последний. И здесь мы можем кликаем кнопочку и выставляем кредиты. Я выставляю, допустим, все кредиты. Кликаю, чтобы зафиксировать это. Вот, пожалуйста, 33 кредита я выставила. И этот сайт находится в обработке. Как его только одобрят, так эти кредиты пойдут в работу. И вот как, по мере просмотра моего сайта, кредиты здесь будут уменьшаться, а сюда будут добавляться, и я могу посмотреть, сколько раз просмотрели. И также вы можете просто что сделать? На существующий уже сайт уже добавить кредиты. Здесь вы можете что сделать? Вы можете их оплатить, эти кредиты. Это будет 1000, значит, кредитов, и стоит это $5.95. Здесь все расписано, с какой платежки, сколько процентов еще возьмется за перевод на сайт. Кликаете кнопочку, вас перекидывает на платежную систему. Есть здесь три основных вида заработка. Это просмотры платные, которые нам дают 5 просмотров. 5, 6, иногда 7 просмотров. Есть просмотры по 2 цента, есть просмотры по 1 центу. И в среднем мы можем заработать от 80 центов до $1.20. Вывод здесь от $2. Вот написано. Минимум от $2. То есть опять к заработкам. Второй вид заработка это заработок от партнеров. Если ваш партнер зашел на сайт, прокликал и заработал 10 центов, то вы от него получаете 100% прибыли. То есть вы также получаете 10 центов. Еще один вид заработка от партнера – это когда он вводит свои деньги на баланс и покупает позиции. От этого вида дохода вы получаете 10%. И ваш собственный вид дохода –
компания предлагает заработать на пакетах. Вот один пакет стоит 50 долларов. Значит, один пакет, который вам должен будет принести прибыль. С одного пакета 110%. То есть вы покупаете пакет за 50, прекращает приносить вам прибыль, когда уже достигает 55. Я приготовила несколько видео одного человека почти что с самого начала. Проект запустился в октябре месяце, и в октябре месяце он купил пакеты. Вот смотрите, он здесь пишет, значит, видео записано 30 ноября, и он подписывает, что это 13-й день его работы. И вот у него в работе 19 пакетов, да, которые ему ежедневно приносят доход. 111 долларов 26 центов. Следующее видео посмотрим этого же человека. Это видео датировано 2 января. И посмотрите, у него уже в работе пакетов принесли они ему доход 1052 доллара 84 цента. Посмотрим следующее видео его. 8 января. Уже в работе 46 пакетов в работе и на балансе 1334 доллара 54 цента. Еще одно последнее видео 16 января. На балансе у него в работе 47 пакетов. Всего им заработано 1696 долларов. И здесь вот отображаются рефералы, два реферала. 8 января у него был всего один реферал. Вот смотрите, вот этот пакет, видео написано 2 января. Пакет был куплен 20 ноября. И до 2 января этот пакет ему принес 45 долларов 10 центов и там еще тысячные и миллионные. Так что вот один из заработков на пакетах. Чтобы купить эти пакеты, мы должны сначала выставить наш баннер. Кликаем баннер, размер баннера. Вот, допустим, 168 на 50. Пишем название компании, которую мы рекламируем. Я, допустим, хочу прорекламировать Transit Books. Копирую название. Вставляю его сюда. У нас спрашивают линк. Линк, вот этот первый, это то, что наша реферальная ссылка. Вот она, наша реферальная ссылка. Вставляю. Вот она, реферальная ссылка вставлена. Теперь требуют ссылку баннера. Сейчас я вам покажу, как брать правильно ссылку баннера. В ссылке мы берем во второй строчке http, та-та-та-та-та, и берем слово GIF. Вот, копируем, вставляем. Обязательно надо брать тот размер баннера, который вы выбрали. 460 на 60, да? Обычно в баннерах пишется размер, ставили, значит, баннер. Сохраняем, этот баннер выставляется. Нас выкидывает вот на такую страничку. Начальная страница сайта, который мы рекламируем. Вот, мы возвращаемся, значит, опять на страницу, где мы выставляем наш баннер. Вот он, наш баннер появился, он находится в ожидании. Что мы должны сделать? Значит, оплатить 50 долларов. Сейчас я вот так переведу, перевести на русский. 50 долларов и ежедневный бюджет. Не поняла, что это за бюджет, но когда я куплю сама... Вот такие позиции, потом уже будем наблюдать и будем смотреть. Нам предлагают выбрать страны, в которых мы будем рекламировать. Я, допустим, кликаю, что все страны, полная оплата. Шаг назад нам не надо. Входим на оплату. Здесь выбираем, из какого кошелька мы будем оплачивать. И нам говорят, что есть еще и проценты, которые фрейд, которые мы должны заплатить. Нам говорят, что если мы хотим заплатить 53,9% плюсом, что составляет 59 центов, того получается 52 доллара 62 цента. Если мы кликаем «Бой», нас перекидывает на платежную систему, которую мы, конечно же, должны вот здесь вначале выбрать. Ваша реферальная ссылка находится на первой странице на дашборде, вот здесь вот внизу, вот ваша реферальная ссылка. Еще вот здесь, переведу на русский. Вот как мы видели на
видеороликах. Здесь активные позиции. Здесь, значит, всего позиций, сколько находится на балансе. Здесь те, которые, значит, принесли прибыль, рефералы, общее количество заработанных, нет, заработанные, значит, с комиссий, то есть вот с этих вот, с позиций, и общий заработок. Весь общий заработок и ваш собственный, и от рефералов, и от пакетов. Здесь вот, когда вы купите пакет, вот в разделе «Активный», эти пакеты будут отображаться, вот так. Вот эта страница. Вы активные можете посмотреть, вы еще можете потом посмотреть ваши закрытые пакеты. Я немножко, вот когда посмотрела вчера ролики, я, значит, посчитала, примерно за 50 дней закрывается один пакет и приносит 10% прибыли, чистой прибыли, 10%. Но так как, вот смотрите, пакет каждый день добавляет вам прибыль, то есть вот эта сумма, она постоянно увеличивается. И что мы можем сделать? Вот эти деньги, которые приносили, значит, доход, пакет еще полностью не заработал, 55, да? Вы его можете прекратить, снять эти деньги, добавить их на баланс и купить еще новый пакет из тех денег, к примеру, что вот у вас находится на самом балансе. Вот здесь вот, допустим, у человека где-то в другом ролике, что там, допустим, 25 или там $30, да? Он может закрыть один пакет, добавить вот то, что находится на балансе, и купить новый пакет. То есть так мы можем ускорить еще покупку пакетов. Ну вот, в принципе, и все. Здесь вы, конечно, можете еще купить трафик. Здесь вы можете еще купить просмотры. Очень много всего, что вы можете купить за свои деньги, для того, чтобы раскрутить свои проекты. Спасибо большое за внимание. Извините, видео получилось маленько сумбурным. Я тоже только-только знакомлюсь с проектом. Очень мало информации. Да, еще скажу, что вот эти пакеты... На форумах выставляли информацию, что пакет приблизительно приносит доллар и несколько центов в день. Доллар и 7, доллар и 10 центов. Когда у админа спрашивали, как долго закрываются вот эти пакеты, он пишет, что во времени это не ограничено. Пакет может как закрыться за один день, так и может закрыться и за 50 дней, и там и меньше, и чуть больше. Но пока что вот по видео я смотрю, что пакеты у этого человека закрываются 50 дней. Спасибо большое за внимание. До свидания. До встречи в эфире.